Здравствуйте, мистер Фрей. И игра, как бишь его. Вот там был Джорджи. Smoke it Mirror, помню. Зеркало, конечно. А, Broken Sword 2 с моим отцом в главной роли. Совершенно верно. Мы закончили с вами на том, что я с большим трудом вообще мог хоть что-то записывать. И с не меньшим трудом поговорил со многими, я так понимаю, людьми из этой игры. С Дуэйном мы вроде бы как раз закончили говорить в прошлый раз. Мне его не о чем больше было спрашивать. Что нам и подтверждает главный герой. Ой, а вот, кстати, вот к этому человеку я еще не подходил, не говоря о том, что я не очень умею понимать в этой игрушке, на что мы смотрим. И, кстати, мы смотрим из окна. Мы смотрим из окна. Не на... в моем стиле красть грузовики. За Джорджем. Привет, я Джордж Стоббарт. Что вы можете мне сказать о горнодобывающей компании? После взрыва генерал закрыл одну из своих шахт. Многие ребята поплатились жизнью. Мне повезло, я потерял только ноги. Господи, тоже мне повезло. Но в прошлый раз мы, видимо, еще не всем тыкали в нос трусы. Простите за такие слова. Что вы можете сказать по поводу этого камня? Это обсидиан. Вулканическая порода, которая образовалась при столь быстром остывании. Да-да, вижу. Меня не интересует геология. Нет? Тогда, я полагаю, вы хотите что-либо узнать по поводу рисунка на камне? Правильно. Тогда вам нужно поговорить с профессором. Он был здесь как-то? Кстати, очень интересно, ведь здесь же очень классная музыка в этой игрушке. Погоди-ка. Я же делал ее специально тише, причем значительно тише. Вы знаете, а вернем-ка мы ее, потому что в прошлый раз я монтировал, и я не слышал музыки вообще. Давайте пока сделаем так. Может, она будет орать, но посмотрим по ситуации. Вы знаете, что олицетворяет эта статуя? Жаль, что нет. А я часто сам вырезал такие штучки для туристов. Но местные пугались, и пришлось прекратить. Вы узнаете этикетку? Конечно. Это лейбл компании Condor Trans Global. У них есть офис в Кварамонте? Нет, но у них отсюда идет отправка. Я так и думал. Вы видели корабль под флагом Кандор? Нет. Но ведь док находится на другой стороне площади. Да хоть на обратной стороне Луны. Вы слышали о затмении Солнца? Да, я устраиваю вечеринку, чтобы это отпраздновать. Заходи. Можно? Давай. Полно еды, полно бухла, все приглашены, кроме генерала. Бедный генерал. А у него, наверное, своя тусовка. Блин, а если генерал не любит тусовки? Так он хорошо устроился, и черт побери, какая-то игра красивая, я только сейчас в очередной раз, 10 раз заметил. Как вам нравятся эти трусы? Восторг. Ты их носишь? Нет, кто-то послал их моей девушке. Умно. Ну что ж, я ничего не понял. В моем стиле. Да-да-да, красть грузовики. Давайте заценивать все дальше. Я знаю, что есть еще очень много интересных и нужных, ну или не очень нужных и не очень важных, ну разных всяких вещей. Только Джорджи еле ходит. О боже, мой инвентарь переполнен хламом. Мне обязательно придется открывать прохождение, я уже чувствую. Здесь вроде ничего, с ней я говорил, Перл. Люди... Кажется, с этими людьми я тоже говорил. Хотя попробовать все-таки стоит поговорить с группой. Нико, козел! Мне больше не о чем было говорить. Ясно. Нико, стоп. Стоп, Нико. О, как много тем. Лобине говорил мне, что он часто тебя видел. Мы иногда встречались за обедом, пропускали вместе по стаканчику, не более. После того, как ты уехал в Штаты, мне было так одиноко. Одиноко? Я себе представляю. Нельзя, что ли, было в зоопарк сходить, например? Тоже мне издевается. Это же он уехал в Штаты. Хочешь печенье? Собачья радость. И ты ешь эти вещи, Джордж? Да, они очень вкусные. Угадай, что это? Угадай. Кованая сталь, возможно, от дымохода старой печи. А? Ну, я думаю, что может быть и так. Ну вот, угадала. А откуда она это узнала? Она просто много знает. Мой отец был литейщик. О, да. Посмотри сюда, Нико. Это отвратительно, Джордж. Зачем ты это все время с собой таскаешь?
Не знаю, просто почему-то никак не могу с ним расстаться. Посмотри-ка на это. Солнечное затмение? С чего это вдруг такой интерес к астрономии? Я нашел эту вырезку в доме у Бьера. Вероятнее всего, оно будет видно только в Центральной Америке. Взгляни-ка на это. Бог мой, откуда у тебя такие монеты? Это не мои. Я нашел выписку в доме у Бьера. У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу этих камней? Я думаю, здесь изображена собака. Мексиканская собака. Так это священный камень Чихуахуа. Ай, Чихуахуа? Я помню, так говорили. А, погодите, я помню, так и перевели, что «Ой, Чихуахуа» или что-то в этом духе. Я помню, просто это было в «Грим Фанданго». Выход? То есть, в смысле выход? Вы не можете уехать без выездной визы. Он угрожает мне пистолетом. Тоже мне человек. Плакат. Плакат. По-видимому, поворачиваться спиной к плакату считалось в Кваромонте страшным оскорблением. Это казалось мне ранним портретом Орсона Уэллс. А я помню, что что-то все-таки было с козлом интересно. Это были доки, в которых все еще стоял на разгрузке наш корабль. И кошек, и собак. Давайте еще раз. Скорбный взгляд в глазах козла начинал действовать мне на психику. Эх, не получилось. Там просто явно, для тех, кто не видел, было написано иное, не то, что он сказал. Эй, Нико! Господи, я что-то припоминаю такое. Олла, сеньора. Привет, мы вот тут думали... Я говорила с дамой, парень. Привет, меня зовут Николь Колар. Кончита Гарсия, чем могу тебе помочь, сестра? Корпорация, которую я представляю, рассматривает вопрос о крупных вложениях в Кваромонт. Вы глава преуспевающего концерна. Мне ваш совет очень бы помог. Мой помощник, мистер Стоббарт, хотел бы задать вам несколько вопросов. Ну, по крайней мере, она вообще обратила на меня внимание. И, конечно же, я не до конца понимаю юмор этой игры, но да. Вы не слышали о Карсаке? Нет, а кто он? Мы приехали в Кваромонт из-за него. Мы думаем, он занимается перевозкой наркотиков. Ну, я надеюсь, вы найдете его, хотя я раньше о нем не слышала. Не расскажете ли об инцидентах на шахте? Несчастный случай? Нет, саботаж. Кто-то хотел закрыть мои шахты. У вас есть доказательства саботажа на шахте? Пока нет, но я обязательно все выясню. На шахте последние месяцы были неприятности, и рабочей силы становилось все меньше. Кто-то пустил слух среди рабочих, что шахта проклятая. Сейчас все работы остановлены. Где находится шахта? Несколько дней вверх по реке, в отдаленном месте Теокулькан. Не хочешь ли собачье печенье? А в зубы не хочешь, парень? Я понимаю, почему она его с самого начала игнорировала. Это было правильно. А этот камень для вас много значит? Я думаю, что это священный камень. Его сделал священник Майя, нет? Я не знаю, кому из богов он посвящен. Он решил взять у нее уроки голоса. Можете ли вы мне рассказать что-нибудь про эту статую? Это Титипока, бог смерти и погибели. Многие сочли бы этот фетиш плохим знаком. Мне почему-то кажется, что именно за Тескатлипоку приняли Кортеса или кого-то. Ой, все забыл. Узнаешь значок на ярлыке? Condor Transglobal. Компания работала здесь, в Кваромонте? Да, у них старый контейнеровоз, принцесса Майя.
Вы не знаете, кто владелец Condor Trans Global? Не имею малейшего понятия. Видишь, это счастливый уголек. А что в нем такого счастливого? Я пока не знаю. Ой. Какие хорошие булочки. Иногда отдельные квесты меня просто дико шокируют. Я наслаждаюсь видом этого удивительного, как это называется, псевдовентилятора на потолке, на потолку, на потолках. Кстати, действительно пытается дуть именно вниз, это здорово. Так вот, я наслаждаюсь его удивительным 3D-шным видом, и тут выходит он. Боже мой. Вы слышали о том, что будет затмение? Я не очень-то интересуюсь подобными вещами. Может быть, один из ребят знает? Вас интересуют такие трусы? Они кажутся вполне вашего размера. И это ваша лучшая линия, парень? Я это серьезно. Они нежелательный подарок. Убери от них руки, а то еще заведешься. Боже. Я понятия не имею, что я должен здесь сделать, но явно что-то должен здесь сделать. Секретарь, шкаф. Иди отсюда. Ага, ее надо будет отвлечь. У меня солнечные очки, боже. Здесь хранятся взрывчатые вещества. Хотя могу себе представить, в жуткой жаре я, наверное, выглядел бы так же, еще у меня была бы шапка на башке. Ну, я выглядел бы хуже раз в 100, понятное дело. Это был шкаф в магазине. Ой, в магазине. Какое страшное ощущение, когда ты вообще не представляешь себе, что здесь надо сделать. Отвратительно красивый мужчина. Да, настолько? И я могу с ним разговаривать. Вы, наверное, с нетерпением ожидаете затмения солнца? Да нет, в общем-то. А вы? Не знаю, никогда его раньше не видел. Все, что я знаю про затмение, это то, что нельзя смотреть на солнце незащищенными глазами. Пожалуйста, уходите, не мешайте мне работать. Вы слышали когда-нибудь о парне по имени Карсак? Не видите, я занят. Если я не подготовлю этот отчет по складу, босс будет вне себя. Я не понимал, зачем женщине, которая владеет шахтой, окружать себя такими мужчинами? А в чем прикол? Когда-нибудь слышал о таком парне Карсаке? Нет, сэр. А ты знаешь, что через несколько недель будет затмение солнца? Да, Джо говорил мне. У него будет вечеринка, и мы все приглашены туда. Мы с ребятами вырядимся злобными монахами. Да? Круто. Напоминает мне игру, которую я даже купил за буквально что-то рублей 30. А, тоже там было что-то про монахов. А, это было что-то про друидов. Довольно забавная вещь, но слишком жесткая. Слишком жесткая. Мне не нравится. То есть там юмор прям такой... Вы знаете что-нибудь о затмении солнца? Да, и с нетерпением его ожидаю. Я слышал, это должно быть очень красивое зрелище. Оно ведь будет через несколько недель. Через 9 дней. Спасибо. Вы когда-нибудь слышали о парне по имени Карсак? Нет. То есть они мне буквально ничем не могут помочь? Здесь есть только шкаф, Кончита, Нико. Может быть, Нико мне может помочь в этой конкретной комнате? В то время мне больше не о чем было говорить с Нико. К сожалению, нет. В таком случае секретарь. Это был один из скряг Кончиты. Здрасте. Добрый день. Добро пожаловать в компанию «Объединенные шахты». Если вы планируете побывать в Курамонте, позвольте порекомендовать вам тур по объединенным шахтам. Интерактивный тур в самую глубокую шахту с гидом, который говорит на любом из трех языков. Экскурсия на шахту? Так это же горнодобывающая компания, чего же вы ждали? Вы что-нибудь знаете о том, скоро ли будет затмение солнца? Я? Нет, сеньор. Не знаете ли вы, где бы я мог найти сеньора Карсака? Нет, сеньор. А что это вы не носите брюки, а? Без них я более внимателен, более дерзкий. А ваш босс не будет против? Она сама это предложила. Боже мой.
Ну ладно, раз он более внимателен, то это хорошо. Я никогда не пробовал быть более внимательным на работе без брюк. Но, может быть, у меня получилось бы. К сожалению, я все еще понятия не имею, что мы здесь вообще творим. Единственное место, куда я еще не заходил, это в полицию. Хотя вот здесь я тоже вроде бы еще не был. Что это такое? А нет, это всего лишь переход в правую сторону. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну тогда пошли в полицию, я не вижу другого пути. Эй, Нико! Я сделал все точно так, как мне было приказано, профессор. Когда там закроются шахты, то никто не будет следить за твоими раскопками. А, ко мне посетители. Запомните, что я вам сказал, генерал. На самом деле нет никакой необходимости делать мученика из этого человека. И извините, что заставил вас ждать, сеньор. Добро пожаловать в Квармонт. Спасибо. Мое имя Джордж Стоббарт из Калифорнии. Что это? Ангел, спустившийся на землю? Николь Колар, аншанте мон женераль. Извините меня, сеньорита, я просто не мог удержаться. Послушайте, мы хотели бы задать вам пару вопросов. Вы пришли по адресу, сеньор. Генерал Гарсиенто, информация для туристов. Я к вашим услугам, сеньор. Насколько я понимаю, это местный самый-самый главный чувак. Это турбюро? Там на вывеске на улице написано «Полиция». Это и то, и другое, сеньор. У меня много обязанностей, сеньор. Понимаю, генерал. Вы слышали о парне по имени Карсак? Нет. Нет, никогда не слышал. Я слышал, что на шахте несколько месяцев назад был несчастный случай. Это правда. Там много людей погибло? Несколько. 30. Почти 1% рабочих. Правда, что в Кварамонте есть ограничения на музыку? Да, правда. Эти чрезвычайные меры ввела Нуэстра Сеньора. Народная музыка напоминает некоторым из этих людей их прошлое. Уберите их музыкальные корни, и что им останется? Легкая музыка. А вы думаете, что легкая музыка может заменить музыкальное наследие, пришедшее из глубины веков? А почему нет? Это же произошло в вашей стране. Вокруг города есть какие-то руины? Конечно, сеньор. В Кварамонте есть все. У меня есть друг, который хочет посетить исторические места. Риналдо будет только рад провести для вас экскурсию. Конечно, после того, как он закончит бумажной работой на сегодня. Эх, я так понимаю, Риналдо, и наверняка это и есть Риналдо. Оттуда, к сожалению, не вытащить. Единственное, что я помню, что как-то попадал в тюрьму. А зачем, почему, когда, не знаю. С кем это вы разговаривали, когда мы пришли? Это профессор Убьер, посетитель, как и вы, сеньор. Вы сказали Убьер? Да, сеньор. Профессор Убьер, французский археолог. Тот самый Убьер. Что Убьер делает в Кварамонте? Исследует нашу богатую историю, сеньор. Профессор планирует экспедицию на какие-то руины майя. Он приходил ко мне за разрешением на раскопки. Не хотите печенья? Вы что, пытаетесь меня подкупить? Каждый человек имеет свою цену. Я стою дороже, чем собачье печенье, сеньор Стоббарт. Вы когда-нибудь видели нечто подобное? Это же национальная резьба. Где вы это взяли? Мы купили это на рынке. Это сувенир. Как вам нравятся эти трусики, генерал? О, боже, грандиозо! Они будут ваши, если вы расскажете нам о Карсаке. Я же сказал же. Не знаю такого.
Теперь могу получить трусы. Я рассказал все, что знал. Ты ничего мне не рассказал. Серьезно? Боже. Нет, пока что местный юмор меня исключительно шокирует. Посмотрите на этикетку. Си, сеньор. Кондор Транс Глобал. Не подскажете ли мне, где найти их офис? Нет, сеньор. Ни я, ни Риналдо никогда о них не слышали. Леди на шахтах сказала нам, что недавно сюда приплывал корабль под флагом Кондор. Кончита Гарсия сумасшедшая. Если бы был корабль, неужели вы думаете, что я бы его не заметил? Вы уверены, что никогда не слышали о Кондор Интерглобал? О, да. Компания зарегистрирована здесь, в Кваромонте. Вы ошибаетесь, синьорита. Музыканты на площади сказали, что сюда причаливал корабль под флагом компании Кондор. Они простые крестьяне. Они пойдут на что угодно, лишь бы ты дал им денег. Компанией Кондор ведь управляет Карсак, не так ли? Опять ошибаетесь, сеньор. Карсак никак не связан ни с какой Кондор. Кто бы он ни был. У вас есть список компаний, зарегистрированных в Кваромонте? Конечно, синьорита. К сожалению, все записи были уничтожены во время наводнения. Генерал, вы знаете что-нибудь о солнечном затмении? Подобные вещи меня не интересуют, сеньор. Сеньор. Я еще вернусь. Он как будто реально копирует. Тот говорит, сеньор, это говорит, я еще вернусь. О, боже мой, что же здесь делать? Есть телевизор? Я решил оставить телевизор включенным. Логично. По телевизору показывали что-то вроде низкобюджетной мыльной. Высокий мужчина с длинными белыми волосами кричал на обнаженную женщину, прикрытую одним полотенцем. Я себе такое могу с трудом представить. Это был монитор компьютера с какой-то древней игрушкой на нем. У меня не было времени играть в компьютерные игры. Это немножечко напоминает галактику, но я не уверен. Это была карта, которую генерал показывал профессору Убьеру. Сеньор, положи эту таблицу. На, я стараюсь, и ты, конечно же, не пустишь. Я не собирался идти по этому проходу, пока там был генерал. Темный проход вел на заднюю сторону здания. Ну окей, у меня еще есть Рональдо. И в лице, выглядевшем как оплывшее суфле, сидели глаза, как у кокер-спаниеля. Я не переставал недоумевать, что же заставило его работать на такого человека, как генерал. Привет, я Джордж Стоббарт. Да, сеньор. Чем могу служить? Я хотел бы увидеться с одним заключенным. К обреченным не пускают посетителей. Обреченным? На смерть. Его должны казнить. Зная, как мне везет, наверное, мне и придется его застрелить. Об этом еще узнает Amnesty International. Я думал, что Мигеля арестовали за то, что он играл неправильную музыку. Да, сеньор. И за это положен смертный приговор? Нет, нет, нет. Что, я псих, что ли? На допросе он признался в том, что действовал против правительства. Поблизости от Кваромонта есть древние пирамиды? Да, сеньор. Но сейчас там не на что особенно смотреть. Одни руины. Отлично! Не мог бы ты провести для меня экскурсию по руинам? Не могу. У генерала случится припадок, если я оставлю эту работу с бумагами. Не хочешь печенье, собачья радость? Я бы с удовольствием, сеньор, но боюсь за свои зубы. Зубы болят? Нет, сеньор. Если генерал увидит, что я ем на дежурстве, он мне зубы выбьет. Окей, вот это было очень смешно. Как это... Черт, я забыл. Но я помню, что этот самый, что царь, по-моему, как красный, нарко опасный, бьет зараза не больше раза, но попадает не мимо глаза. Это генерал на себе проверял. Сначала сказки ходит в повязке. Ты знаешь, что это за статуэтка? Ты искал Тлипока? Ночной ветер. Уберите это, сеньор. Это проклятый камень. Ты знаешь что-нибудь о затмении? Нет, сеньор. Эльб-женераль держит меня в неведении относительно многих вещей. Пока. Эльб-женераль — это, по всей видимости, генерал и есть. В углу стоял шкаф с папками. Вероятно, шкаф с папками был закрыт.
не говоря уже о том, что меня к нему никто не пустит. И теперь я уже точно вообще не знаю, что делать дальше. Надо, грубо говоря, думать, но на самом деле нет. Зачем ты показал ему камень? Я думал, может быть, он что-нибудь про него знает. Ну вот, теперь-то он точно знает. Он знает, что он у нас. О, я могу продолжать с ней разговаривать. Ты видел эту карту на стене полицейского участка? Да, я так и поняла, что это карта, но не смогла понять, чего именно. Чего бы ни было, генерал не хочет, чтобы мы ее видели. Ты как-то слишком сильно налетел на генерала. Я всего лишь льстила ему, Джордж. У каждого человека есть своя слабая пята. Возможно, но у этого парня пятка не слабая. Человек, которого мы видели, который говорил с генералом, был Убьер. Разве ты не узнал его? Я же никогда его не видела. Тот парень, которому я звонила в Париж, утверждал, что он Убьер. Но он говорил, как полицейский в участке. Может быть, профессор и правда ни при чем? Не-а, это слишком большое совпадение, что он здесь, в Курамонте. Удивительное дело, но кажется, мне нужно больше и больше разговаривать с людьми. И не помню, делал ли я это на стриме, но оказывается, мы можем сделать вот так. Что? Что? Что это такое? Это счастливый уголек. Уголь? Вы знаете, я бы предпочел шоколад. С любым наполнителем, лишь бы там был марципан. Боже, я терпеть не могу марципан. Ты умеешь говорить? В смысле, ты говорящий козел? Тише, тише. Это останется между нами, правда? Да вроде бы. Я не шучу. Попробуй только сказать кому-нибудь, что разговаривал со мной, и будешь проклят. Окей. Я не знаю, отсылка ли это хоть на что-нибудь, но надеюсь, нет. Так, а теперь вроде бы где-то здесь должен появиться профессор Бьер. Вот он. Профессор Убьер? Да. Кто вы такой? Меня зовут Стоббарт. Джордж Стоббарт. Мне так нравится, когда он делает разные голоса, такое ощущение, что он все время прикалывается, подходит к новому человеку и говорит: профессор Убьер. Имя Карсек вам о чем-нибудь говорит? Да, я его знаю. На самом деле, если бы не Карсек, меня бы сейчас здесь не было. Что? Он финансирует мою экспедицию. Расскажите мне о своей жене, профессор. Прошу вас, я не хотел бы о ней говорить. А, я могу поговорить о ней. Вы, может быть, не хотите, зато я хочу. Почему ее прозвали Little Dachshund? Я любил ее так ласково называть. Каким-то образом об этом пронюхали газетчики. А, ладно, ладно. Можно было еще что-то насчет пистолета, то, не знаю, убил ли он ее. Что вы знаете о похищении моей девушки? Я не знаю, о чем вы говорите. Ее пригласили в ваш особняк в Париже. Но не я. Я не был дома уже 7 месяцев. Вы когда-нибудь брали на работу центральноамериканцев в качестве слуг? У меня никогда не было слуг, месье. Не хотите печенье? Нет, спасибо. Попробуйте, они вкусные. О, просто ешь и не можешь наесться. Можете рассказать мне что-нибудь про этот камень? Где вы его взяли? Это моя работа. Сколько вы за него хотите? Он не продается. Вы не можете идентифицировать эту статую? О, да. Тескатлипока. Бог тьмы. Центральноамериканский бог, не так ли? Верховное божество. В переводе Тескатлипока означает «курящееся зеркало». Вон, видите, он держит в левой руке зеркальный щит. Древние майя верили, что он смотрит в зеркало и читает в сердцах людей. Он был как ночной ветер, с завыванием искавший свою жертву. И жертв ему приносили много. Человеческих? Мужчин, женщин, детей, животных. Все, что было с кровью. Ступени его храма были красные от крови. Великие майя верили, что он когда-нибудь вернется. Надеюсь, я буду где-нибудь подальше от этого места. Ё-моё. Кстати, теперь мне наконец-то понятно, почему игра так называется. Это имя Тескатлипоки. Вы видите эту этикетку?
Да, на ней написано Condor Transglobal. Ну и что? Я обнаружил, что эта компания находится здесь, в Курамонте. Не подскажете, где мне найти офис Condor Transglobal? Эта компания уже не существует. Она недавно обанкротилась. У меня есть доказательства того, что вы напрямую были связаны с Condor. Они перевозили артефакты в мою галерею в Париже. Кроме того, я никак не связан с этой компанией, которой, как я сказал, больше не существует. Вы знаете что-нибудь о затмении? Конечно. Я приехал в Курамонт не из-за этого, но я с нетерпением его ожидаю. В чем ваш интерес к затмению, профессор? О, обычное человеческое любопытство. Я занимаюсь историей, а не астрономией. Но меня с детских лет занимает движение небесных тел. Ни за что бы не пропустил затмение Солнца. Имеет ли это затмение для вас какой-то особенный смысл? Для меня нет. Для древних майя это знаменовало бы конец пятой эры. Может, нам следует это отпраздновать? О, нет. Конец каждой эры – провозвестник глобальных разрушений. Последняя, пятая эра, заканчивается полным разрушением всей Земли. Господи, неужели я именно это должен предотвратить? Ну что ж, мне наконец-то очень и очень и очень сильно интересно. Посмотрите-ка, профессор. Что вы можете об этом сказать? Откуда это у вас? Это не важно. Как вы можете объяснить снятие таких сумм? Все мои финансовые дела ведет мой секретарь. Даже снятие наличности с личного счета? Я безраздельно доверяю Гвинне. А почему Марселе? Почему именно там, где была похищена моя девушка? Это понятно, Стоббарт. Мы с вами оба жертвы одного хитрого плана. Какого плана? Не имею представления. Мне кажется, он все-таки темнит. Не может быть, что он не темнит. О, итак. Теперь, когда я поговорил с ним, я наверняка могу поговорить еще с кем-то. Но с кем? У вас есть карта Курамонта? Карта? Извините, сеньор, у меня нет. А что это такое на стене? А, это археологическая карта, сеньор. Для туристов не подходит. Я еще вернусь. Так уж обойти, действительно еще вернусь. Мы еще поговорим с тобой об этой карте. Карте. Так, стоп. С этим я уже болтал. Это значит, что у нас должен пропасть теперь Убьер. Нет, не пропал. Мне больше не о чем. Вы думаете, генерал был связан с Condor? А, нет. Да и вообще, если он генерал, то я... Нет, этот парень просто оратор от группы, который на самом деле принадлежит власть в Курамонте. Значит, генерал не более чем марионетка? Он как Пиноккио, который еще не встретил свою голубую фею. Одни веревочки и деревяшки. А кто дергает за веревочки? Его мать. Более известная как Ла Президента, диктатор. Блин, а этот мужик полно всего знает. Двойный очень интересный мужик. Так, Убьер у меня мимо. Это я вам показал. Он бы не захотел этого. Расскажите мне о генерале. Вы знаете главного здесь? Мы не хотим о нем говорить, сеньор. С чего бы? Вас же никто не услышит. Разве что этот старый козел. У нас в Курамонте есть пословица. Не рассказывай своему старому козлу то, что хочешь скрыть от жены. И что это значит? Не знаю. Учитывая, что снова и снова играет музыка, наверное, я действительно продвигаюсь по сюжету, но, блин, не уверен. Я слышал, вы приехали в Курамонт на грузовике. Да, это так. Дорога подчас была в таком состоянии. Мне грустно осознавать, что остались такие места, куда на автомобиле не добраться. Создается впечатление, что в наше время дороги проложены везде, куда только ездят люди. Вы знали, что грузовик доверху загружен взрывчаткой? Это кто это тебе сказал? Ваш муж. Он, должно быть, преувеличивал, да? Иногда я думаю, как я еще уживаюсь с таким богатым воображением Дуэйна. Вы не видели парня, который называет себя генерал? Нет. А он и правда генерал? Наверное. У него на груди столько медалей. И на той стороне груди, по всем армейским традициям, что я знаю. До скорого, Перл!
Ура, Убьер свалил. Если Убьер свалил, то можно говорить с Дуэйном. Ура! А вы нашли какие-нибудь свидетельства того, что Кондор причастен к перевозке наркотиков? Наркотики? Нет, что вы. Кондор служила прикрытием нелегального экспорта артефактов Майя. Так кто же стоит за Кондор Трансглобал? Компания зарегистрирована на имя Идана. Вы нашли этого парня? Я думаю, что его никогда и не существовало. Если прочитать имя задом наперед, получится Нади, что по-испански никто. Вы здесь из-за Мигеля? Ты очень умен, Джордж. Я должен был с ним связаться. Когда я его нашел, он уже был в тюрьме. С тех пор я все пытаюсь найти способ вытащить его оттуда. Мне это нравится. Можешь на меня рассчитывать. Молодец, Джордж. Все, что мне нужно, это детонатор. Как же это вы привезли целый грузовик взрывчатки, а детонаторы не взяли? Назови меня старомодным, но я считаю, что чемоданы должны паковать женщины. Я предоставил Пьеру паковать вещи и теперь никак не могу найти эту чертову штуковину. Надеюсь, она не забыла взять мой зубной порошок. Не хотел бы вернуться в Штаты с зубным камнем на зубах. У вас на складе есть детонаторы? Конечно. Их держат в шкафу. Не думаю, что у тебя есть запасной. Не могу же я просто так без хорошей на то причины дать вам совет. То бишь детонатор. У генерала в офисе есть схема, которую он обсуждал с Убьером. Возможно, из этой схемы мы узнаем, куда они направляются. Возможно, но я не смогу добраться до этой схемы, когда там генерал и его подручные. Теперь я понимаю, почему он периодически зазывал за собой Нико. Это просто были важные моменты. А что, чё, почему у меня карта? Ладно. О чем хотел поговорить? Я не думал, что ей будет интересно. Ладно, хорошо. Но я могу с ней поговорить вот об этом. Так вот, это просто важные темы, о которых она должна быть в курсе. Не мог бы ты отвлечь генерала, а я взгляну на карту. Ты шутишь? Ты видел, как злобно он на меня смотрел? Да, я выпучу их, как заклинатель змей. Ну давай, 5 минут и все дела. Ну, может быть. Вот твоя глупая схема. Ты только болтаешь. Это ужасно. Это так стрёмно. У нас женщина в качестве приманки. Если тебе не нравится, ну, куда деваться. В конце концов, с ней все будет нормально. Я надеюсь. Генерал, моя девушка хотела бы попросить у вас об одном одолжении. Для вас, моя дорогая, все что угодно. Я передумала. Нет, вы не передумали. А она стесняется попросить вас об интервью, генерал. Интервью? Со мной? Грандиозно! Я хочу написать о вас. Нет, нравится. Ты слышишь, Рональдо? Эксклюзивное интервью с твоим любимым генералом на глянцевом развороте. Да, сеньор генерал. Ты давай присматривай здесь за всем, а я пошел в свои апартаменты, не хочу, чтобы меня беспокоили. Ты у меня еще получишь за это, Джордж Стоббарт. Не беспокойтесь, если вы не вернетесь через несколько часов, я приду за вами. Пару часов. Вот и у меня тоже реакция. Несколько часов? Что, Джордж Стоббарт, твою мать? Он такой, ну да, я на самом деле имел в виду несколько дней. Ужас, ужас и еще раз ужас. Так, что теперь? Насчет этого меня интересует. Насчет экскурсии. Не отведешь ли ты на руины моего друга, раз уж генерала сейчас нет? Это для меня большая честь, сеньор. Спасибо, пойду приведу ее. Да, и это, соответственно, Перл. Вы не знаете, где можно купить детонатор? Это тебя случаем не Дуэйн просил узнать? А, понятно. Это для того, чтобы взорвать грузовик со взрывчаткой, правда? Да ладно тебе, перестань. Ха, ты же не думаешь, что я серьезно. Я знаю, какими вы бываете, ребята, когда собираетесь вместе и начинаете строить какие-то планы. Дуэйн говорит, если бы у него было достаточно ракет, он бы решил все мировые проблемы. Ужасный план. Зато хорошая музыка. Я договорился о вашем походе в храм, Перл. О, великолепно, Джордж. Почему бы тебе тоже не пойти? Я бы с удовольствием, но сейчас мне нужно спасать мир.
Послушай, дорогой, я найду экскурсовода, который отвезет меня к старой пирамиде. Ради такой красивой женщины я бы пошел на край света. Ради вас я пошел бы к пирамидам и даже дальше. Но как насчет вашего мужа? То, что он не знает, ему не повредит. Пойдем, долговязый. Хо-хо, вот это походочка. Нет, слушайте, эти ребята друг друга стоят. Мне даже тоже захотелось. Когда Рональдо ушли на развалины пирамиды, я начал шарить в полицейском участке. Не виду, хотелось бы это самое тоже сходить посмотреть на пирамиды, конечно же. Вы знаете, я понимаю, что мы уже долго записываем, но блин. Это выглядело как геологическая карта земель к востоку от Кварамонта. Приблизительно в 60 милях вглубь страны и вверх по реке находилась местность под названием Теокулькан. Вот. Так, а сюда я могу идти? Наверное, могу, но погоди, мне туда не надо. А что хотел сказать? Да, мы задержались довольно сильно, но, блин, эта область довольно тягомотная. Я думаю, давайте лучше пройдем эту область прямо сегодня и прямо сейчас. А потом уже зато не нужно будет с ней заниматься. Вот, пусть это будет долго, ничего страшного, все равно наверняка потом долго выкладывать ничего не смогу. Так что продолжаем. Я знаю, где расположены все полицейские участки. Это карта Кварамонте. А это скажет нам, куда направляется Убьер? Да, местечко под названием Теокулькан. Это шахта. Интересно, почему они такие скрытные по поводу планов Убьера? Одно ясно, если с ними генерал, они недоброе дело задумали. Хотелось бы поговорить с этим музыкантом Мигелем. Возьми детонатор и освободи его из тюрьмы. О, она прям дает его мне? Его даже не надо было воровать, обалдеть. Мне так забавно. Мне странное желание продолжать записывать Red Faction. Записать второй Red Faction. Сегодня смотрел обзор на него и понял, что игра фигня. Почему-то меня так цепляет первый Red Faction, не могу. Хоть и помню, он меня очень сильно измотал, когда первый раз его записывал. И первый раз проходил тоже. Так. Предположим, что детонатор можно сразу отдать этому парню. Не уверен, конечно, но вдруг... Вот детонатор, Дуэйн. Давай тише, говори, Джордж. Ты хочешь, чтобы все услышали? Лучше бы ты пошел и предупредил Мигеля, что сюда идет кавалерия США. Хорошо? Отлично, идем к Мигелю. А, он тоже из США. USA, USA и все такое. Как ни странно, мне очень не нравится мультфильм «Американский папаша». Не так давно я понял, что можно сейчас смотреть «Дважды два» онлайн, и стал его относительно активно смотреть, но при этом понял, что все-таки многие сериалы мне совершенно неинтересны. Но зато возобновилась довольно сильная любовь к Adventure Time. Я не мог дотянуться до освещения. Эй, Мигель! Что такое? Что происходит? Мы уходим отсюда! Кто мы? Они что, прислали отряд Дельта? Нет. Команда по выполнению невыполнимых заданий. Не зли меня. Гораздо лучше. Тогда кто? Отставной торговец. Поздравительными открытками из Огайо. Я обречен. Не ты один? Я должен был догадаться, что от тебя будут одни неприятности с тех пор, как только увидел тебя. Слушай, я все могу объяснить. Пошел в эту камеру, быстро. А что, если я откажусь? Он пристрелит тебя. Хорошо, вот я спокойно лезу в камеру. Боже мой, у него петля, он хочет повеситься. Очень умно, североамериканский подонок. Одна из причин, почему я так не люблю ружья, это то, что они делают людей такими чертовски невежливыми. Да, кстати, неплохая причина. Я надеюсь, ты доволен своим отпуском, сеньор Стобарт. Иди и почисть свое оружие, Риналдо.
Это было частью твоего плана, не правда ли? Ну, по правде сказать, не совсем. У меня не было никакой идеи. Теперь все зависит от Нико. Ага, вот и мы. Вы переоделись? Переоденусь-ка я во что-нибудь поудобнее. Я читала о нем. Мальчик на почте хорошо зарабатывает. Так что бы вы хотели про меня узнать? Спрашивайте меня все, что хотите. Я не откажу вам ни в чем. Я очень-очень щедрый. Как повезло вашим друзьям. Ваши глаза горят, как звезды. От его одеколона у меня слезились глаза. Я убегала от Софы. Прекрасная и такая же одухотворенная. Я в восхищении. До тех пор, пока он восхищался издалека. Вообще, я, наверное, скажу ужасную вещь, но этот парень мне напоминает Габриэля Найта Переростка. Так вот. А, нет, мы не здесь, извините. Надо сохраниться вот сюдой. Вот так. Вообще, хотел, конечно, пройти полностью эту область, но, блин, мы уже так далеко зашли, и все-таки надо хоть на чем-то остановиться. Так что пока что, Баи, мы в скорости закончим уже эту область до конца и будем двигаться дальше. Bye.